Привет, дорогие друзья, и сегодня я браконьерю на Бали. И можно вот так делать. Ты поешь, да? Да я. Нет. Саня, как ты в бассейне? А Миша идею предложил. Давай я тебе ногу подержу. Серьезно, Миш, ты придумал? Миша позаботился о друге, да? Да, красава. Миша, лайк. Давай, тюля, брат, тюля. Давай. Че, балдеешь? Спасибо. Корешочек. Подожди, Игорь, не надо. Опс. Михуил! Да, дядя Игорь, че ты офигенно. Опа, за трусы меня поймал, чувак. Я так всех ловит. А я думаю, откуда это у тебя, Игорян? Вот это поза, Сань. Я тоже так лежал когда-то. Да? У меня вот это была нога сломана левая. Тут все было в шрамах. А, у меня здесь стоял аппарат у Лизарова вообще. Как у какого этого? У... Настю. Ну, кольца здесь и спицу. Этот, у Фореста. Я же снимаю. Форест Гампа. Так, парни, давайте сейчас, смотрите, девчонки садятся сверху. Вы одеваете солнцезащитные очки. И нырять под воду. На выдохе. Я не... Все, тянут все, тянут. Слушай, а давай спустимся. Санек, пойдем туда. Очень крутая люстра, да? Вот так вот хочется. Быстрее, Игорек, быстрее! Не, он еще большой, не вот. Где мы это видели? Он на Шри-Ланке. Игорь, я сам раньше так рыбачил. Когда пацаном был, мы бреднем таскали, знаешь, сколько рыбы? Тогда она казалась огромной. Походу, что-то крупное попалось, вытянуть не могут. Давай поможем, Санек. Давай, 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 вставай. Кстати, там где-то поплавки. Поплавки около вон той белой лодки. Вон видно. Да ладно. Да? Он огромный нел. Тяжело, неужели так тянется, да? Да вообще каменный. Hello, man. Без зубы. Просто, да? Alain Delon. Ребят, кто никогда в Индонезии рыбачил, нет? Миша, начни. Всем привет, ребята, всем привет. Сегодня наш выпуск будет посвящен рыбалке. Привет, дорогие друзья, и сегодня я браконьерю на Бали. Точнее, правильно? На Бали. Мы на острове Бали. Слушай, а тяжелая эта работа? Надо себя перехватываться. Потеряли. Они сейчас будут сходиться ближе. Мишань, давно ты так? Слушай, вот уже 2 недели как подрабатываю здесь, на севере Бали. Ну что, хватает тебе? Вавана взял в подмогу. На жизнь хватает? Мишань, да давай напряги хоть мышцы. Миш, ты напряги мышцы. Да, мне вот огромный. Да ты посмотри, Игорь, иди попробуй. Давай я камеру принесу. Что, лучше снимать, чем тащить, а? Да, я не тащил, кстати. На, держи. Что, она жестко, да? Паре, паре, паре. Живо тянется вообще. Тянет, тянет. Миша пошел, все, у нас смена караула. Один у нас сачок. Как впечатление, Игорян? Из всей тусни один сачок, это мистер Кондрашов. Как впечатление, Игорян? Тяжело тащить. Но рыба есть. Думаешь? Чувствую. Наши молодцы. Почти все вытянули, весь бредень. Давай, Миша, давай. Причем, прошу заметить, что мы тянули быстрее, но вот смотрите, поплавки у нас появились. И вот у ребят там тоже, я смотрю, поплавки на месте.
пальцы вообще отваливаются. Ребят, ну что, какие ставки? Что там? Я думаю, мелочь какая-нибудь, Сань. Крупного ничего, думаешь, не будет? Нет. Вон у нас группа поддержки идет. Сейчас дело пойдет бодрее. Конечно. Там вон тети уже идут с этими. Белокожие девчины идут. Они уже идут с тазиком. Офигеть! Такая сеть большая! Как ты думаешь, там много рыбы? Я не знаю. Ну уже была бы рыба, если бы... Не-не, она сейчас ныкается. А ты как думаешь, здесь только рыбу вытаскивали? Или еще каких-нибудь там кальмаров? Игорян, давай! Раз! Раз! Дали. Раз! 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 И сколько силы приложено, чтобы вытащить. Но на самом деле очень тяжело идет. Но при этом его тащат две женщины. Вот, в принципе, такая рыба, наверное, и будет в основном. Mm-hmm. Миш, покажи. Это ради нее ты столько тянул? Дай. Бедненькую. Мне кажется, она вкусная. Выпустите, от подписчики лайк поставят. Вкусная? Выпусти ее. Миш, выпусти, тебе подписчики лайк поставят. Выпусти. В сеть. Браконьер. Фу, отписываюсь. Вот что отсюда. Игоря, ну что, думаешь, крупнее мелочи это ничего не будет, да? Я буду, будет. Будет? Тарганы будут, да. Самая напряжная минута, все в ожидании. Будет ли рыба или нет. Вон тарган. Он прыгает. Результат трудов. Да, понеслась. Лев. Готовьтесь, ребята. Самое интересное. Конечно, Настя. А, о, Миша снимает. Да. Смотри, ну вот они наши успехи. О, у них там нормальный карман такой еще. Матня называют. Макрель, макрель, говорит. Давай, давай, давай. Испанская макрель, да? Давай! Ну и что у нас за улов сегодня? Вот он, карман. О, смотрите! О! Это не едят? Это рыба, да? Еще одна такая вон есть. Еще одна такая? Да, их много там таких. Макс, вот видишь? Их типа не... Да. Тянули, тянули, да и вытянули. Ну, один вон этот Джек есть. У нас карасей веселее ловить. Да. Да. Небогато. Сейчас, бля. А это кто? Сарган. Мне еще брызгают, кстати. Это кальмары брызгают. Во, рыба, по-моему. Это Джек Фиш, по-моему. Не густо, да? А что это за рыба? Это надувается, рыба-шар. А, ее шар, да. Она сейчас... Вот она набирает, смотри, набирает, набирает, набирает. Смотри, раздулась. Она острая, потрогай. Острая? Раздувается. Саш, положи ее еще. А у нее... Она ядовитая рыба, да. Ее можно вот так делать. Рыба ешь, да? Нет. Саш, еще раз надувай. Вот только что сделал. Во, во, смотри, как надулось. Ой, мам. Сейчас лопнет. Лопнет. Дай, Саня. Издулось. Она умерла. Не-не-не. Умерла. Да вот она живая, Настя. Смотри. Она съедобная, она съедобная. Ее не едят. Нет. Ее едят. Нет. Ее... А вот это что, Саш, вот это? Пойдем выпустим ее. Миш, я не могу зайти в воду, поэтому покажи и так. Постучи по ней камушком. Она сейчас, она надуется, да, водой.
Попробую поднять. Смотри, какая здоровая. Она дувается, смотри. Смотри, 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 какая большая. Миша, она отгонится. Опускай, пускай плывет. Все, плыви, рыба. Рыба, у нее плывет. Пап! Отойди от нее. Пап! Все, все, помогай. Да, дура. Понятно, почему долго. Ой, какие зубы. Она уже мертвая, Сань. Да? У нас в аквариуме такие-то барбусы, да? Угу. Ой, это этот... Выкинь ее быстрее, она уплывет. Она богаяя. Рыба прилипала ко мне, прилипла. Настя, а можешь на голову так сделать, Настя? На лоб, на лоб. На лоб, можешь так? Блин, она прям прилипает, прикинь. Она прилипала. Она такая... В общем, смотрите, кальмарчики. Короче, она нам взяла такую рыбу, кальмаров, и вот такие вот большие у него дома есть. Называется. Сарган. Сарган? Она сказала, что она саргана большого дома, у нее сарган большой. Она острая? Он вкусный? Он не очень. Это попугай маленький, смотри. Дай сниму. Помой его и покажи мне, Настя. Попугай. Попугайчик, Игорь. Настя, покажи мне его. Это шишковый попугай. Редкий, да? Это вообще нет, самое. Не папа, иди сюда, пап. А? Настя, покажи, у меня мало. Он умирает. Опусти. Он умирает, я его отпускаю, Саш. Подожди, ну дай не сфокусировалась камера, Настя. Ну быстрее, он умирает. Да он так не умрет быстро. Давай три. This one. Mm-hmm. And calamari. And calamari. Okay? Okay. Три. Подожди, нам три хватит? Это лунами. Настя, нам три больших таких рыбы хватит или нет? Или больше? Ты кто, тетя? Да? Эй, Настя. Эй, Мариса. 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 Все. Че? О, а чё они стоят? Уже какой на другую стать рыбачить? Идемте посмотрим. Ребята, вот то, что нам приготовили. Слушай, прикольно себе. Это то, что не приготовили, а то, что мы поймали сегодня, Санёк. Да. То, что на мы самом своими деле руками все вытащили. Очень вкусно. И сарганчик. У нас тут салат, да, хозяйский, да? Капец, он костлявый. Салат из авокадо очень, да? Костлявый, да? На гриле. Костлявый, да. На гриле. Картошечка. Кальмар. Темпура. Кальмар вообще огонь. Вот это сказка. Коротко.